Всем привет, с вами я, Дмитрий Флеско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня второй заход с пробами еды в испанских ресторанах. Первый заход мне очень не понравился. Этот ресторан специализируется исключительно на паэле, причем паэлью готовят на живом огне. И если не разрешат, я пройду и сниму это действие. Здесь, собственно, кроме паэли вообще нет ничего. А сейчас нам принесут пивка. Я пробую пивко и будем ждать приготовления. Пивчанское принесли, это Амстель из кеги. Что-то какой-то ерундовый горчит, не нравится. Как видите, девушка принесла кучу всяких закусок, пивных. И я думаю, это немного сгладит немножко неприятное впечатление от пива. Оно все-таки горчит. Закуски-то прикольные. Здесь запеченные овощи, перец я вижу, лук, мне кажется. Здесь всякие маслинки, помидорки, алиоли, естественно, стандартные, и хлебушек подсушенный. Этот ресторан специализируется исключительно на паэли. В меню, кроме паэли, больше нет ничего. Они готовят его на открытом огне. Его, ее, эту паэлью, я скажу уже, сниму, наверное. А цена при этом высоковата, от 20 до 28 евро на одного человека, на порцию. Готовят его в больших сковородках, приносит сразу несколько порций. И цена эта, мягко говоря, высоковата, потому что стандартная цена большинства, наверное, ресторанов здесь в округе за горячее блюдо за одно 12, может быть, 14, край 18 евро. 18 евро будет стоить какой-то стейк здоровый. А тут за паэлью, рис и какие-то продукты, считайте, 25-28. Ну, посмотрим. Возможно, вкус нас порадует. Увидим. Пусть нам мало. Ваше мнение, коллега? Ничего не заказали, а нам натащили уже кучу закусок. Это крокеты, ну не крокеты, они с треской. Ну короче, бунюэлосы на канале есть такие, только у меня лучше. Это куриные наггетсы с картошкой. Ну, закуска показалась. И салат. Это салат Медитерранеан, ну, стандартный совершенно. Ассистент уже говорит, ужасный. Не ахти. Они суховаты внутри. Абсолютно не текучий состав. Короче, делайте дома крокеты. Это из плевата, запеченные овощи. Аромат печеных овощей на угле есть, присутствует. Я уже попробовал. Ну, сейчас. Мне положили чеснок. Не добавили винного уксуса. Поэтому тоже отказать. Я пристрастен сегодня. Вот так это все происходит. Под открытым небом, на огне, надеюсь, будет вкусно. Готовят на апельсине, он сгорает достаточно быстро, дает хороший жар, но не чрезмерный и не коптит, в отличие от оливы. Здесь и на оливе еще готовят. Вот как лучше, чем вот дос. Сигур? Я. Меня в детстве сиропом таким от кашля поили. Дегустация. А тебя тоже, что ли? Здесь сироп от кашля, анисовка. Только он был коричневый. А этот беленький. Прямо сироп от кашля. Да. Разные паэли готовятся. Каждая паэля состоит из сковородки.
Вы давно готовите паэлью здесь? Уже 6 лет, да. 6 лет? Отлично. Оля. Как видите, не только испанцы готовят паэлью, готовят и армяне тоже. Слышали, 6 лет готовит он человек. Я готовлю 5 лет. У меня почти такой же стаж. И я думаю, не менее вкусной паэлью, чем у него. Вот зукусон, непонятно какой. Это старая традиция. Люди, которые на поле работали, которые... рис выращивали. От них и пошел этот паэ, от них они сами придумали. И они перед тем, как паэю кушать, всегда люди, которые на поле работают, как они дома, что у них было, там курица, этот, гуси или что было, забирали на поле, чтобы кушать. И перед тем, как паэю кушать, это патраха делали и кушали. Это печенка? Это печенка, сердце и патраха. Печенка обжаренная, солноватенькая, классная закуска, горячая, прям супер. Хотел бы верить, что паэля будет такая же вкусная. Вкусняба. Хрустит, соленая. А может быть, он не грибой? А вкус как мясо, не знаю. Это паэлья микста, кстати, преданная анафеме ассоциации паэльер Валенсии. Валенсия же родина паэльи, а здесь готовят для туристов. Это ресторан, в котором мы сидим. Видели надпись, да? Паэльяс де Леня, то есть паэлья на дровах. И сам ресторан называется... О, вот он, видите? Паэльерес. Вот так вот. Это паэлья негра. Целая куча всяких разных деталей и черную каракатицу. Хочу сказать, что самую лучшую паэлью негру, по сути, Аросабанда, да, то есть есть отдельно, мы ели в ресторане Лос Аркос недалеко от нас. Вот здесь еще не пробовали. Сейчас узнаем. Слушайте, по запаху она сгоревшая. Вот подгорела явно. Именно подгорела корочка. По вкусу тоже корочка подгорела местами. Прям чувствую, сгоревшая. Она не должна сгорать. Если хотите хорошую черную паэлью, идите в Лос-Аркос. Надеюсь, там еще что-нибудь сниму. Это... Не, отказать. Ресторан видели? Не надо сюда ходить. Второй ресторан уже второй раз облом. Извините. Просто тупо сожгли. И вот этот гарь чувствуется прям неприятно. Короче, ребят, не надо сюда ходить. 3 порции паэльи посчитали, 2 детских. Там очень шумно, испанцы всегда шумят, поэтому свои впечатления о посещении этого рестика я выложу вам на улице. Что касается цен и прочего, этот ресторан, я сказал вначале, специализируется исключительно на паэльи. Поэтому мы пришли туда и заказали. Кто что будет пить? Это было там 2 пива, вода, и дети взяли сладкие напитки. Коку, что ли, там что-то такое. И паэлью. А в самом конце мы заказали 2 десерта. Дети тоже взяли. Все. Все остальное не было заказано. Это входило в цену. Итого мы оставили 102 евро. При этом вы видели, в счете было указано 3 порции по 28 евро. Это порции за паэлью. И 2 детских по 8 евро. Несмотря на то, что мы всего одну детскую заказывали, а вторую мой сын ел тоже паэлью. Его не посчитали как взрослого. То есть... Уменьшили цену, как бы, получилось 102 евро. В эту цену входит, мы не заказывали это отдельно, анисовка, которую нас угощали,
В эту цену входят закуски, которые я вам показал, крокеты и прочее. Ну, собственно говоря, все. То есть, в принципе, для пятерых человек 102 евро, ну, вроде дешево получается, да. Видимо, поэтому днем, когда мы заказывали столик на вечер, весь этот рестик был заполнен. Все столы и внутри, и на улице были заполнены. Вечером, когда мы пришли, всего 3 стола, считая вместе с нашим. А что касается идти туда или нет, я точно не пойду, потому что и закуски были, они не были невкусными, нет, они были нормальными, но я все-таки иду в ресторан за вкусной едой, а вот такое вот таксибешное качество мне не понравилось. Ну и что касается паэли, я считаю, что это фиаско. Да, настоящая паэлья должна быть с корочкой на дне, она называется сакарат, но эта корочка не должна быть сгоревшей. Она должна, лопаточка, отделяться и без черноты. А там, вот там пятна была обуглена. И если вот этот армянин, который там готовит, как он сказал, он готовит уже 6 лет паэлью, за 6 лет не научиться не сжигать ее, ну, я считаю, это не дело. Это не дело. Поэтому нет. У нас здесь под боком есть ресторан, который друзья советовали. Тот тоже исключительно позиционирует себя как ресторан для паэли. Тоже на Фейсбуке он есть. Ну, в августе он, все они в отпуске, поэтому я надеюсь, в сентябре мы туда сходим, там еще попробуем паэлью. Как-то так. А общее впечатление об отзывчивости, например, официантов, ну, тоже не ахти. Мы 3 раза напоминали, что нам воду принесли. Все время забывали они. При том, что зал не переполнен. Поэтому, ну, так себе. Для большой компании, тем более, что они там охотно наливают... и не считает, не вставляет это счет анисовку, ну, наверное, можно посетить. Как-то так. Ладно, короче, свои впечатления рассказал. Идти туда. Нет, я вам не посоветую. Следующий ресторан, который я вам покажу, надеюсь, вам понравится. Мне, по крайней мере, нравится точно. Спасибо за компанию. Всем пока.